Всем привет! С вами я, Кирилл Лирик, и я сейчас открываю магический сундук. Ну, пока что я открываю бесплатный, и выпадает золото 4, 2 кристалла, 6 тесл, 1 хижина варвара и все. Второй бесплатный сундук. Опять 53 золота, 1 варвар, 6 стрел, все. А теперь магический. Я пока что начну открывать серебряный. И 648 золота, 12 гоблинов, 15 тесел. Это мой первый сундук, 3 пейки, 26 скелетов, 5 валькирий, 6 огненных шаров и ярость. Это мой первый сундук магический, поэтому я снимаю по нему видео, потому что я даже не знаю, что в нем падает. Так что, а сейчас я вам покажу Clash of Clans. И вот. Я перехожу на 7-й ТХ. Я просто решил хитрить, ничего не качать. Сразу набрал 1 200 000 эликсира и все. Вот у меня всего кубков 1253. Я выполнил достижение и получил 4-го строителя. Ну, я сам купил его. Вот у меня вкус победы. Вот тут всякое такое. И погибаться я почти выполнил. И я поэтому слил кубки. Вот. И я сейчас. Сейчас я вам покажу, как я буду создавать клан. Вот наш старый клан, топ-клан. Я вот, мне как-то не хочется, я повышаю, так, вот этого. И мне как-то не хочется быть в этом клане, я лучше сам свой создам. И вот, я сейчас потрачу, не потрачу, а подожду 2 минуты. И будет 7-я ТХ. Там-барабам. Пока что, вот смотрите, войну нашу, главу несокрушимого, разрушили. Очень плохо. У меня бонус за победу 1074 тысячи. Вот тут некоторых поразрушили. У нас 32 звезды, а у них 38. Пока что улучшается у меня башня. Ну, у меня башня колдуна 2-го. Эликсир хранилища, пушки 7-го, лучницы 7-го. Соберу я эликсир. Ой, стену поставил не туда. Эй, стена, давай, поставь на свое место. Так, соберу сейчас. Да опять стена. Ну, давай, собирайся же. Я вот просто ничего не качала, я сразу набрал 1 200 000, я решил. Ну, что ж, перейду на 7-й ТХ, буду не качаться. Я вот сейчас качаюсь, на момент записи я уже, ну, записываю этот звук, когда у меня уже 7-я ТХ, ну, чуть-чуть прокачано. Я там уже 1 Теслу поставил, у меня там делается темная казарма. Вот, 1 минута осталась. И башня лучниц 1 день 10 часов улучшается. Мортиру я улучшаю. Мортира у меня 4-го уровня. Защита. Вот. И сейчас 40 секунд осталось. Стена 5-го. Я просто стены не качал. Казарма 7-го. 1 8-го. На момент записи уже 2. 30 секунд осталось. И вот мой лог. На меня столько много напали. Я вот еще сделал скриншот, что, ну, на момент записи я увидел, зашел и увидел, что у меня напали 5 раз и добавилось 118 кубков. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Та-да-да-дам!
И у меня появился черный эликсир сразу. Черный, черный, черный эликсир. Седьмая ТХ. Та-ра-да-дам. Седьмая ТХ. Так что вот новое добавилось. Ресурсы. Скважина черного эликсира и хранилище черного эликсира. Вот. Скважина и хранилище черного эликсира. Извой, военный лагерь, казарма, король варваров и темная казарма. Я строю военный лагерь. Пока что... Блин, мне надо ждать 5 минут. Ну блин, ладно, гему потрачу. Так, да, потрачу гему лучше. Потом защита, 2 пушки, 1 башня лучниц, 50 стен, что-то там еще. Так, пушку строим. Фабрику заклинаний можно улучшить, но я пока что не буду улучшать. Можно еще лабораторию улучшить. Мне казалось, что гигантскую бомбу, но нельзя. Так, и в защите можно еще бомбу и воздушную оборону. И ловушку пружину и Теслу. Там башня лучница, такое. Сейчас пока что 2 бомбочки поставлю. Стены надо поставить. Так, что ж поставить? Ладно, стены поставлю. Так. Галка. На момент записи этого видео я так и не перестроил базу, а оставил стены вот так. И даже их не улучшил. Галка. Так, надо повернуть. Галка. Все. Галка, не туда. Дальше. Галка. Вывести уровень ратуши до 8, чтобы построить еще. Собираю ящик с кристаллами, и мне дают 15 кристаллов. Нет, каких 15? 25. Так, ну и все. И сейчас я вам покажу видео, как я создаю свой клан. Свой собственный клан. Вот, я нашел 25 кристаллов. Строю башню лучниц. И сейчас я вам покажу, как я создаю клан. Всем привет, с вами я, Кирилл Лирик, и я сейчас... Ну, зачем я приветствовался, я не знаю. Я просто так поприветствовался, я же продолжаю видео. Так что я теперь создаю свой клан. Вот старый, ну не старый, а можно сказать наш клан был. Но я хочу создать новый. Так что я его сейчас покидаю. А потом напишу всем, чтобы заходили в мой клан. Я покинул. Покину. Вступить. Создать клан. Клан будет называться Кириллик Тим. То есть команда, моя команда. Так. Лирик Тим. Вот сейчас надо придумывать символ. Это очень тяжело. Я просто ни разу не придумывала символы. Я ни разу их не делала. Ну, пускай будет вот, вот такой орел. Так, вот он. Вот такой орел. Фон надо. Какой же фон? А я синий поставлю. Лучше синий вот такой вот, прикольный. А границы что, нельзя? Повысить уровень клана, да?
второго, чтобы открыть этот предмет. А, ну, я понял. Это надо, ну, когда уже создашь клан, тогда это надо уже делать. Когда второй уровень будет. И описание ставлю. Я буду совсем доброе описание. Ой, не английский. Старейшему сразу. Старейшину. Старейшину или как там? Старейшину. Сразу. Если вы мой подписчик. О, что я пишу? Это такой лаганный блюстакс. Я сейчас на эмуляторе. Если вы мой подписчик. Вот, я нормально написалась. А то когда быстро пишу, очень, ну, как бы, а бы как пишется. То скажите. Опять ю. Мне надо точку поставить. Зашел. Надо лучше ее. Зашел. Представься. Опять ю. И что я еще хотел? Если вы мой подписчик, то скажите. Канал Кириллирик. Дальше. Опять ю. И еще я хотела вот так вот. Если вы не хотите играть в КВ, напишите чат. Чатю. Блин, опять. Путаю все время. Я на английском чаще пишу. Так. Начался КВ. Атакуйте. Вот и все. Вот супер. Старейшину сразу, если вы мой подписчик, покажите. Зашел, представься. Канал Кириллирик. Если вы не хотите играть в КВ, напишите чат. Начался КВ. Атакуйте. Вид клана, конечно же, открытый. Участие в войне. Нет данных поставлю. И трофей для выступления 0. Публичный вход, это что? Разрешите другим игрокам результаты вашего участия в войне. Да, можно. Русские войны, конечно, разрешим. Да, можно. И расположение клана. Я поставлю международный. Создаю клан. 40 тысяч. Вы основали свой клан. Кириллик Тим. Вот, пожалуйста. Заходите обязательно. А почему нап и все? Блин. И что теперь? Если вы не хотите играть в КВН. Я напишу лучше так. Начался КВ. Атакуйте. Или не примем. Ну, примем, не примем на КВ. Или не примем на КВ. Все нормально. Итак, заходите. Обязательно. Будем воевать часто. Буду давать войск. Могу вам магов. Ну, то есть колдунов или как там магов. Колдунов дать. С лучницами. Или могу еще что-нибудь дать. У меня как раз темная казарма, ну, делается. Так что скоро могу вам, может, миньонов давать. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.